так были моменты у Барыса, то есть, ну, кто скажет, что это преимущество должно было уплотиться какой-то другой по шайбам, там, более. Это, вы знаете, как бокс, наверное, да, то есть преимущество по очкам, и есть, в конце концов, контратакующий какой-то удар, который может стать нокаутирующим. И какие-то Барысы имели несколько шансов его нанести. Моментов много, но настоящий плей-оффный матч вышел, и это здорово, потому что Барсы все-таки это хищники, хищникам нужно, видите, вот как-то эту добычу рвать, например, да, а не получать такой вот фастфуд разжеванный. И поэтому в этом плане игра оказалась очень полезной. И вот эта вот шайба, заброшенная с передачи Дениса Зарипова Ярку Имана, но она, конечно, помогла, она оказалась единственной, оказалась победной. И, в общем, наверное, вот где-то небольшое преимущество было у Бориса. Мы завтра будем принимать наших гостей. Они молодцы, они показали хороший хоккей. Команда, по-моему, на правильном пути. Есть ярко выраженные лидеры, есть и, скажем так, подносчики, снарядные, чернорабочие. Растет неплохая очень молодежь, хорошая вратарская линия, это очень важно. Вот, кстати, то, что происходит в Ярославле, это во многом то, что сильнейшая, я считаю, команда лиги в этом году не решила вратарскую проблему с начала плей-офф. Вот, смотрите, уже 4 шайбы за игру пропускает. А вот у Бориса все нормально, там еще Джек Ласс, прекрасный вратарь, кстати. Ну, и Еремеев сегодня был тоже великолепен, надежный, лучше было. Были моменты, было ровно чисто, вот здесь какой был момент, да, что он как-то хотел сыграть, а здесь непонятно. Игра, она будет не более простой, но, может быть, вот не успеют восстановиться игроки первого звена, разве что они огромную нагрузку сегодня на себя. А эта шайба не была защитой, потому что шайба попала в маску. Соперники уважительно относились друг к другу, было много силовой борьбы, но никаких стычек, никаких, все-таки плей-оффом, а люди, понимающие, едят, так сказать, общий хлеб, занимаются общим делом, но бизнесом, хотите спросить, хотите сказать. Ну вот тут немножко Кайл Холдер, он такой был самый, наверное, задиристый у гостей, и Степан Захарчук. Много борьбы, много бросков, много единоборств, но немножко, наверное, какие-то были атаки некоторых неподготовленные, стихийные, то есть ошибались какие-то, но таких вот ошибок в обороне было очень мало. Согласись, что не было обрезов, не было...